Так. Ща я разматываю зомбарян. Ща он появится. Ну, я надеюсь, что разматываю. Да. Иду назад, убираю руки от кнопки выстрела. Заряжаюсь. И мы так фармим дохуя жизни. Не проходим игру. Да-да-да, я тут и буду фармить. Спасибо за совет. Никаких сомнений в том, что я здесь буду фармить. Когда фалач? Не знаю. Дорожное радио представляет. Завтра. Отдыхаем в России. Видишь, какая игра пиздатая, в нее хочу сначала наиграться. В жаркую летнюю пору приятно понаблюдать, как из леса не торопясь выходят мамонты. Правда, бронзовые только в Ханты-Мансийске. 11 огромных животных появились местом археопарки в память о гигантах, которые когда-то населяли эти земли. Самый высокий папа-мамонт возвышается аж на 8 метров. В бронзе здесь застыли и множество других животных. Вообще, природа в Ханты-Мансийске отлично уживается с людьми и современней архитектурой. Почти половину города занимает природный парк Самаровский Чугас. Посетите, это настоящий таежный лес в городе, но благоустроенный. Если вы оказались в Ханты-Мансийске проездом и у вас мало времени, отправляйтесь прямо в археопарк, а на обратном пути можете подняться к пирамиде. Кстати, земли, здесь еще такая фишка. На самом деле, тут и без фармы я бы тут стоял и дрючил его, потому что, чтобы пройти этого пидора, точнее, чтобы пройти уровень дальше, мне надо убить его, когда вот синяя полоска на 75%. То есть пока еще такого ни разу не было. Без этого мне все равно не пойти дальше. Вместе в пути. Следующий мод требует 75% попаданий в него. Вот этого мало. То есть еще больше надо. Мэтт, сделай радио чуть потише, а то тебя слышно не так хорошо, как хотелось бы. Так я так и планировал, ну ладно. Я просто ничего особо не говорю. Я вам радио-то и поставил, я же ничего особо не говорю, я потею. Я поэтому радио и включил громко, чтобы вы слушали радио, вам не скучно было. Ну сколько я тут не фармлю? 9, наверное, будем фармить. Час просидим на этом моменте, но... Да, конечно, этот лоуд будет на мне висеть тяжкой ношей, но все-таки там был повод. Я считаю. Был бы у меня... Хотя бы, да, вот я... почему я вообще залоудился-то? Потому что на птице я умер только из-за того, что она побежала вперед, там все идеально складывалось, она вниз прилетела, я ее убивал. И, соответственно, я бы там не потерял эту жизнь. Драгин меня 3 раза убил тогда. Дригин, по-моему, 3. Потом 1. И один раз. Ну, короче, одну жизнь, я 2, наверное, даже сохранил на этом моменте. Ну ладно. Я бы тогда фармил, наверное, там стоял наверху. Что-то я проигрался, если вы оказались в Ханты-Мансийске проездом. Да, блять, проезд в Ханты-Мансийске. Это смешная хуйня. Это не волнуйся, мы понимаем. Ну, я не понимаю, почему DOSBox позволяет себе такую хуйню, на самом деле. Это не в первый раз. У меня в Кабале вообще неиграбельно было. Там он всегда убегал в левый угол. То есть как-то DOSBox, иногда у него залипание клавиш происходит. И в этом было. То есть в этом говне, как у Flames of Freedom, у меня такая же хуйня случалась. Которой не было ни дня фальши, нет.
кота надо научить фармить в этой игре. Вместе с Дорожным радио. Ну, конечно, если бы я... Если бы это был не на стрим трай, то я бы, наверное, мог бы и остановиться на 5 левелапах, но нет. Здесь я буду полностью доить этот колодец, пока у меня 9 не будет жизни. По сути, эта игра, она, я бы ее все равно прошел, да? То есть, ну, рано или поздно. Проблема здесь только в количестве нафармленных поверапах на медузе. На медузах. Так как я стримлю, то я, ну, я не стал там сфармить часов 5. Для меня это не проблема была. Вот чем меня бесит, то что еще ни разу не было удачного момента, даже вот чисто, чтобы потом... Очки 600? Охуенно, блядь. То есть, вот сейчас, если бы он умер в этот момент, то еще можно было бы пройти. Короче, если будет удачный момент пробежать дальше, я, наверное, не воспользуюсь. Тоже слишком мало. Это один из самых, кстати, тупых моментов в игре в том числе. Счетчик обнулился, я 100 тонн набрал хайскора. Набрал 100 тонн хайскора. Вот это, кстати, удачно было бы. То есть я бы сейчас мог вперед бежать. Но я хочу еще хотя бы пару жизней. Он после третьей колонны появляется. Раз, два, три. Да. Мне надо подходить ближе, чтобы его лучше пробивать, по идее. Хотя хуй знает. Тут раз на раз не приходится. Главное, чтобы лайфапы давали. Несмотря на 5000 там. Все это дерьмо. 9 жизней же на консолька. Откуда уверенность, что 9 и тут? В мануале написано, но мануал для Амиги. Я не знаю. Я набивал вроде 10 и вроде писало, что жизнь зачислена, но я не стал убивать себя и считать, потому что это долго. Здорово, гид. Где он там? Че, ты писал, что ли? Как, да что это стрим тебе клёвый вчера был, мне очень понравился. Манчестер, несмотря на Ван Галя, наверное, в этом сезоне основной претендент на соперничество с Сити. И сейчас набиваем еще потом седьмой, и потом просто ждем момента, когда я могу вперед пройти. Для этого надо 75%. Ну, вот это удачный момент был на самом деле, но пока рано. Еще одну набьем и уже буду рисковать. Я отходил пожрать, расскажите, что происходит. Это последний уровень. Я как последний мудак на машине. Илья, а в Благодарный счет какой-нибудь неплохо зашел. Кому неплохо зашел? Мне или зрителям? Мне это понравилось играть, а вот смотреть не особо, я думаю.
Плюс, ну, все равно придется разбираться еще, блин. Пипец. Проблема в том, что у меня вот проблема на этом уровне была, когда я тестил, только с вот этим местом. То есть, я даже не знаю, мне хочется уже попробовать дальше пройти, если удачно все сложится здесь, но я дрещу немного. Потому что в этой игре одна ошибка может стоить всех контов, если тебя неудачно отбрасывает. Я не знаю, как его лучше убить, чтобы сэкономить больше жизни и патронов. Как-то это все тяжело. Перепрыгнуть прожектайля? Мужикам плохо. Чувак, поставь эту игру, блядь, и перепрыгни хоть что-нибудь нахуй в этой игре. Я просто охуею, если ты что-то перепрыгнешь мне, блядь. А, это мой бот спрашивает, окей. Прожектайля, перепрыгни. Можно, блядь. Можно нахуй прыгнуть в этой игре. Все, короче, хер с этим фармом. Как только я его убью, удачно. Но это не эта попытка. Перепрыгни, блядь. Может, самого мужика перепрыгнуть? Блять! Я тут, походу, надолго. Последний уровень. Чувак, я не могу преодолеть вот это дерьмо просто никак. Мне нужно 75% заряда в пушке. Это вот выше, чем сейчас на полделения. Иначе я проиграю дальше. Как вот делать это? Кривой порт, сука. Ладно, как только у меня получится, я или хотя бы начну верить в то, что хватит урона, я пойду дальше. Но пока что-то вообще не получается. Было пару раз, когда была такая возможность. Я даже вам показывать не буду, что там дальше будет. Там просто, типа, еще один такой же, только чуть пожирнее. И поэтому, ну, сами понимаете, зарядиться уже негде будет. Надо его как-то завалить. И хп мне тоже надо, блядь, дохуя.